Сегодня в республиканской столице на территории Зеленого острова наступила Крымская весна. Праздник устроили студенты, там побывал Аслан Герюгов, и вот его репортаж. 7 лет прошло со дня присоединения Крыма к Российской Федерации. По всей стране проходили праздничные мероприятия. Сегодняшним квестом организаторы хотят в игровой форме передать знания о проектном менеджменте. А также считают, что данная дата не должна ассоциироваться только с присоединением новых территорий. Она также связана со свободным выбором людей. И мы хотим, чтобы у ребят была возможность не только вспомнить, но и подумать о том, а как можно было бы своими социальными инициативами помочь крымчанам. И сделать так, чтобы жизнь на полуострове стала еще лучше. То есть здесь как раз в этой формулировке прячется сама легенда. Мы хотим, чтобы ребята подумали о том, что такое социальное проектирование, проектный менеджмент, и через призму этого квеста могли пройти по основам, по азам, через призму этого события. До начала самого квеста студенты разделились на команды. Организаторы постарались, чтобы участники были из разных образовательных учреждений, так как это должно повысить их навыки коммуникации. После знакомства они начали выполнять задания на разных локациях. Ребята обсуждали различные проблемы и искали способы их решения. Мы были готовы к активным каким-то действиям, так как это квест от Минтурмола, и он всегда проходил на высшем уровне. К информационным разным заданиям тоже были подготовлены. Каждый участник в каком-либо мероприятии дает какой-то опыт человеку, общение с другими людьми, обмен опытом, новые знакомства. Учитывая то, что им все понравилось, они получили очень много знаний, новых полезных навыков. Я думаю, что и сегодняшнее мероприятие также даст им много всего интересного, что они в дальнейшем будут использовать в своей профессиональной деятельности и в жизни в целом. По итогам квеста студенты получили новый интересный опыт, ознакомились с проектным менеджментом, а также поделились мыслями о различных проблемах. В будущем эти знания помогут им в создании различных проектов, которые помогут не только им, но и многим людям. Аслан Герюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.